Я моя. На-на-на-на-на. Что загорятся фонарики, мальчики? А что? А? Они все равно загораются, падла. Девочки, да. Короче, мальчики, мужчины, я. Короче, все, настроения нету. Ботекс у меня отходит. Кстати, медленно. Настроения нету, потому что шкаф за 15 рублей сложился просто. Он просто сложился, все. Значит, что мы делаем? Мы теперь... Я обувь не хочу сувать теперь в этот шкаф, потому что у меня место освободилось для штанов. Реально для штанов освободилось место. Я говорила, да, что здесь почему-то датчик не, только вручную переворачивается. У меня реально, я туда не хочу пихать, потому что у меня все брюки на вот эту вот полку легли. Понимаете, все. Хотя надо тут разложить кожаный, ну, дермантин с дермантином. Там летние брюки лежат. Я сюда не хочу пихать обувь больше вообще. Мне некуда ее ставить. Мне ее ставить некуда. Девочки, кто еще вот сейчас обращается ко мне? Девочка написала за щеночков. Две девочки еще раз написали мне. Говорят, Марина, они хотели, спрашивали, думали, вы уже отдали. Потом услышали видео, сказали, что не отдали. Девчонки, ну как спит Лапуня. Как он спит. Я хочу вам сказать, девчонки, моя собака стоит 850 евро. Он у меня просил, по-моему, штуку 100. Я с ним договорилась на 850 только потому, что я его потом в Инстаграме помечала. Ну, что, типа, мы брали вот у этих заводчиков. И, типа, как бы на бартер на рекламу он мне сделал, ну, не бар, ну, как получается, бартер на скидка за рекламу. То есть я с ним договорилась, я у него попросила, говорю, давайте вот за рекламу, он все за 800, он мне даже на 800 не... Ну, бля, девчонки, ну, я не могу отдать щенка, ну, вы понимаете, да, то есть моя собака стоит 850, ну, короче. То есть, потому что, чтобы не было потом, что, типа, вот, ты такая, ты там, и начали там проклинать, потому что ты потом на Ютубе сказала. Я просто это говорю в общем, потому что я знаю, что девочки меня смотрят, спрашивают. Я уже просто 30 раз одну и ту же фразу повторяю, меня люди некоторые не слышат. Я сейчас не говорю к тем, я говорю в общем. Потому что я же не хочу никого обидеть. Ну, и вы тоже, понимаете, вы потом на меня обижаетесь, что, типа, я потом это сказала на Ютубе. Так, ну, так как я же на Ютубе говорю, что вот у меня собаки. Мы просто их еще никуда не писали, никому не предлагали, никому ничего нет. Просто есть там... Соседнего дома спросила у меня женщина, два друга еще там у меня, два пацана спросила. Все, я им сказала, что они еще даже без прививок, они еще малютки. Девочки, я ничего не знаю, короче, я теперь складываю сюда эту обувь, потому что здесь у меня костюмы в основном, здесь у меня очень убрано, все прям лежит, вот я прям знаю, где что взять. То есть у меня прям тут лежит все прям, как оно должно лежать. Ну, теперь буду сверху ставить я, потому что я не знаю, куда эту обувь ставить. Там Саша уже починила, и все равно он там внизу, хотя там мне пишут от тяжести, так что там трое кроссовок стоит от тяжести. У людей, которые на сайты и показывают шкафы свои, у них шкафы не стоят в таком положении. Вот такого у них нету. Сейчас Саша лежит, я просто не хочу ее дергать. И как только она встанет, я ей скажу, мы сейчас напишем туда отзыв. Потому что там отзывы у других людей, нормальные шкафы, так у них, ну, типа, вот этот шкаф, у них полки, я имею в виду, еще и шире, и выше, все у них стоит. Я сейчас еще раз пойду посмотрю, это я проветриваю. Я проветриваю, потому что я открыла кровать и проветриваю. И все, Саша только что опять сделала это, оно кособочится, и кособочится, и кособочится, и кособочится. И кособочится оно, понимаете? Может, оно должно стоять впритык к стене. Вот так притык к стене не могу поставить, чтобы у меня вот так вот штора колыхалась. Видите, вот там ножка эта кособочится. Саша хорошо воткнула все. Так тут не стоит еще много обуви. Я не знаю. Ну, в любом случае, сейчас надо буду освобождать здесь угол. Вот у меня здесь платье мое, да? Как раз поубираю тогда. Ну, есть куда залезть. Вот кто любитель пописать, что типа там пообсуждать, вот просто нечем заняться вам дома. Вот это вот у меня еще один фонарик, такой, как Карло сделал в туалет. У меня же были две детские кроватки. Вот еще один фонарик, кстати, лежит. Надо просто сейчас здесь место освободить для того, чтобы аккуратно поставить обувь. Если это место здесь и найду. Сумки сейчас. Видите, у меня не хватает. Места мне не хватает. Короче, сейчас буду разбираться здесь тогда, что делать. Надо же как-то это все устранять. Что здесь? Здесь у меня лежит, по-моему, платье какое-то. Здесь все костюмы лежат. Сейчас я здесь протру. И поубираю. Девочки, ну у меня продолжается шок.
легкий. Куда их ставить? А их я хочу поставить все аккуратно. На что ты туда залез? Вылази оттуда. Мичу, вылази давай. Девочки, у меня вот там есть полка, но она маленькая. Это все костюмы, девчонки. Костюмы. Здесь у меня лежит, надо сейчас окошко закрыть. Здесь лежит всякие вот эти вот, что у меня пооставалось. Я никогда ничего не выкидываю, потом переделываю. А, это мой, кстати, красный, этот недоделанный, да. Комбез. Кстати, вот под туфли я думала, что одеть красное. Вот он, красный бодик есть, я про него забыла. Угу. Ой-ой-ой-ой-ой. Куда же это все пихать? Сашина маска здесь. Куда пихать? Мне потом вдруг мне понадобится вот эта штука. Я потом буду опять сюда вынимать. Ладно, Мариха, давай, складывай уже на ночь глядя вот это. Короче, вообще не успеется, она уже проветрилась. Я еще не вывесила. Я не вывесила эти самые у меня. Были тестированные коврики с вами. Девочки, почитала ваши комментарии под видео примерки моей. Слушайте, перчатки, они такие должны быть короткие. Я не знаю, там, если как вы написали на китайские короткие пальцы, возможно, но я посмотрела фотографии девчонок, которые потом получили, загрузили, повторюсь, да, у них все на, ну, у них застегивается. Вот. Я эту всю обувь ношу. Кстати, мне Карли говорит, это самое, ой, говорит, со мной ты так не одеваешься. Господи, куда ты меня водишь, чтобы я так с тобой одевалась? Ну, один раз мы там вышли в караоке с друзьями, скукота, с ними скучно. Хорошие люди там, может быть, я ничего не говорю, бахилы, кстати. Хорошие люди, я же ничего не говорю. Скучные. Мне с ними скучно. И все. То, что они хорошие люди, это еще не значит, что они хорошие кантонийские товарищи. Ну, ты так можешь, поломался. Я сама его поломала кроватью. Наверное, уже все. Можно выкидывать. Я хочу... Я просто, знаете, если я залазю, то я потом залазю, значит, надо туда убрать, найти на другое место. Если я залазю, что мне надо так, чтобы было все аккуратно. Стыдно летит. Я, кстати, здесь где-то убирала недавно. Вот в этой кровати. Может быть, тряпочку еще пойти взять все-таки. Да, наверное, уже тогда займусь тряпочку. Возьму то самое... Я не обижаюсь, отзывайтесь. Ну, типа как бы. Ну, хотите, отзывайтесь. Короче, как-то так. Она говорит, это же, говорит, родители смотрят, говорят, и думают, какая дебилка. Я не знаю, родители свою жизнь прожили так, как они хотели. Их никто не обсуждал, это не обсуждается. Поэтому обсуждать меня, как я живу, я независимая женщина. Меня никто не содержит, поэтому, и когда у меня была возможность, я родителям помогала. Не родителям, а Славе деньги высылала на ее образование, на танцы, на английский, на все остальное. Так что я не знаю. Вот, я старалась, любой человек старается. Когда была возможность, я старалась. И сестре я помогала, и это не скрывает ни она, ни я. И она мне благодарна, и я ей благодарна, и все мы друг другу благодарны. Что касается других персонажей, о ком вы пишете, вы смотрите видео, смонтированное на 20 минут, смонтировано так, как удобно и выгодно смонтировано, ну, как бы удобно и выгодно, и рамки какие-то, да, в каких-то рамках находится человек, так как он хочет вам показать себя. Поэтому, когда вы некоторых людей оцениваете, за счет кого-то вы хотите кого-то там опустить, вы глубоко ошибаетесь. Я вам показываю, такая, какая есть. Этим я могу и раздражать людей, потому что ты говоришь о том, о чем многие хотели бы, возможно, сказать, рассказать, выговориться, но они этого не делают только потому, что... То есть вы этого не делаете, потому что вы не можете себе это позволить. Естественно, человек, который это может сделать, он раздражает других людей, потому что они... В принципе, тоже как бы, ну, хотели бы высказаться, но они не могут, у них рамки есть. Что подумают люди, что подумают родители, что подумает мама, что подумает папа, понимаете?
говорила карлику, мне нужен этот самый шкаф для сумок. Он, да, шкаф для сумок, ага. Он расслабился. Вот как только он расслабился, значит, надо принимать действия. Мне фиг, со мной не надо расслабляться. Я не тот человек, с которым надо расслабляться. Понимаете? Все, шкаф сложился, настроение уже не то. Че он, сейчас он придет, я ему сейчас скажу, пусть смотрит, почему шкаф сложился. Я обувь сюда по-любому поставлю. А сумки, наверное, сейчас наверх туда уберу. Потому что там, где в шкафу у меня лежат, разложились гольфы мои и штанов у меня вот так, я туда даже не обсуждается, чтобы туда что-то пихать. Шляпы могут лежать сверху. Вот. Я ничего не знаю, потому что это надо все сделать. Блядь, вот этот мужик, блядь, вот это вот нафига нужен мужик, если ты можешь сделать картину, Дима. Она упала, и надо ей рамку сделать. Раньше около моего дома был мужик, он делал рамки. Закрылся. Кот, ты что, вылезти не можешь? Что ты там так застрял? Так, вот сюда мы тогда складываем аккуратно вот эти вот платья. Они же все массивные, они все большие. Понимаете, из-за них нету места, потому что оно все сложно. Что здесь лежит? Так, это мне понадобится, если придет Антонио. Надо будет сегодня быть красивыми. Мне кажется, что Костяра не может вылезти оттуда. Поэтому он там. Да, можно тоже достать эту накидку. Может быть, она сегодня мне... Если я уговорю сегодня Антонио сняться, может быть, я сейчас ее тогда рассмотрю, может быть, ее можно будет принять за участие. Вы понимаете, мы все, правильно там девушка написала, мы все, я сейчас вас не оправдываюсь и просто, ну, высказываю, что, может быть, для кого-то достучусь, нафиг, ну, мне надо. Понимаете, мы все, правильно девушка написала, что мы все разные, у нас разные у всех ДНК. Представляете, что на Земле сколько людей, что нету даже похожих вот этих вот штучек на пальцах, вот этих фалангах. Похожих даже нету. Нет, я тебе куплю, туда жалко стоит. Понимаете? Нету похожих. Мы все разные. Надо воспринимать так, как, какие мы есть. Нельзя подстроиться под кого-то. Так, хочу елочки. Где-то у Саши, кстати, было видео, надо будет его загрузить. Кто не видел, посмотрит. Потому что сказала, не хотел елочку одевать, но ему потом пришлось. Вот моя сумка, за которую девочки мне напоминали, что мы сюда вставили. Она не закрывалась, и мужчина сделал нам вот так вот на липучке. Вот такая вот прекрасная летняя сумка. Так. Поэтому что толку кого-то обсуждать? Не, ну если кому-то... Я не знаю, я просто это говорю, потому что я верю в то, что ну, для людей, до людей можно достучаться. До некоторых, которые просто пересмотрят себя и скажут, да, что я вообще там кому-то привязался, прицепился, кого-то обсуждаю. Оно говорит, мне не надо. Я просто в это верю. Как бы у меня там не позиционировали с каким-то там тупым артистом, или что я сама себе это придумала. Ну что я себе придумала? Я живу в своем теремке, я никому этим не мешаю. Я сама себя так назвала, и все. И живу я себе под этим псевдонимом артист, и живу себе, как точно, из дентиста. Что они себя тоже назвали дентистами? Ну все, я артист, а не дентист. Ну, гинеколог стал уролог. Я еще раз говорю, если я когда-то кому-то хотя бы приношу хоть одну минуту, что человек улыбается, я не говорю, что он смеется, улыбается, для меня это уже кайф. Все, я на эту землю пришла, чтобы человек улыбнулся, рассмешить его, доставить ему удовольствие, а не свои проблемы, и ныть сидеть в интернете. Я не ною, вы же когда-то видели, чтобы я что-то ныла, у меня есть такие же, ну как, я рассказываю там о своих каких-то там делах. Но не до такой степени, как некоторые.
Куда сумки? Они тут форму портят. Я их выгуливаю, выгуливаю свои сумки. Звездные ночи, я останусь с тобой, чтобы никто не порочить, я приду туда, где ты. Сейчас я тут разберу. Прибежал, тут как тут уже. У меня здесь все вот эти вот штучки для сдрючки. Вот я искала, видите, когда делала. И отвертки тут есть, тут все есть. Надо подоставать и перебрать в одну. Это подъюбник. Это подъюбник. Больше ни с кем не буду связываться. То с вами, что я говорю, что я не разбираюсь с вами, в том плане, что я не разбираюсь ни в сторону. Хотите, обзывайтесь. Но для вашего же блага, для год только начался. Пробуйтесь. Вселенную, как говорится, этот год обещают кармически тяжелым. Поэтому давайте как-то будем об этом помнить. Так, ладненько, девочки, я не знаю, это значит, это мы достаем сейчас, если придет Антонио. И мы его, нам надо парик ему одеть по-любому. Вот, поэтому это мы сейчас достаем. Здесь надо будет подмести. Жизнь такая коротка, чтобы еще на какие-то склоки, на, с кем-то ругаться, что-то кому-то доказывать. Я вас умоляю. Я вас умоляю, девочки. Зачем оно нам надо? Мы с вами женщины, бабушки. Кто-то из вас жена. О, Ромео, ты выпачкал попочку, я вижу. Сейчас пойду мыться. Кто-то из вас жена. Кто-то любимая жена. Разные вещи. Я, например, считаю, что надо всем жить с улыбкой и относиться друг к другу. Как бы вы хотели, чтобы относились к вам. Вот когда мы так будем относиться к другим, как хотим, чтобы к нам относились по отношению к нам, ну тогда у нас будет все хорошо. И не будет там ни ненависти, ни зависти, и не надо будет себя там прорабатывать очень много времени. Ромик, идем с тобой помоем попу, она у тебя грязная, я уже увидела. Иди сюда, покажись мне. А это не у тебя, это у малой. Сейчас, девочки, подождите, помою задницу. Так. Каждый хочет любить, и солдат, и моряк. Мне тут сколько волос, париков. У библиотекаря, а там еще, кстати, был комментарий, кто-то из девочек написал, говорит, она себя позиционирует как артист, а она скоморох. Нет, а скоморох — это дантист. Скоморох — это не артист. Ни одна свадьба не проходит без скоморохов. Ни одно детское мероприятие не проходит. Это самое. Так, это надо к Саше отнести. Подушка у нее. Там все лежат текстильные вещи. Вот, так у меня тут место еще вон столько. Просто
Вот оно сюда не залазило, да? Ага. Некоторые заканчивают театральные школы. Вот. Театральные студии заканчивают. Актерское какое-то мастерство. Я им пишу, я пишу в Инстаграме. Девочки, вы просили, потому что в личку было очень много комментариев. Покажите потом, как получится свитер. Выставила видео, написала. Просили показать результат, показываю результат свитера. Находится дама, которая пишет, музыка меняется, движения нет. Вот вы встаньте под музыку Агутина и под разную музыку сделайте разные движения. Я не могу понять, что вы от меня хотите, какие... Я так двигаюсь, это мои движения, все. Это мой стиль, меня не переделать. Ну, двигайтесь вы, я хочу посмотреть, как вы двигаетесь. Это то же самое, что, знаете, у вас рецепт котлет не меняется, блядь, только мясо меняется. Меньше котлет жрать надо. Ну все, видите, я здесь и разобралась. Видите, у меня здесь все и влезло. В туфли влезли, можно даже было еще там другие запихать, но то такое. Ну то уже такое. Некоторые сумки держу, девчонки, я в пакетах, чтобы они у меня пыли не набрались. Но хотя я сюда часто залазю, в принципе, они тут пыль и не успевают там насобираться, но тем не менее. Так, ну что, посмотрим, если сейчас закроется, да, этот, кровать моя. Ну-ка, сейчас посмотрим, если она закроется. А это, смотрите, такие вот штучки, они, видите, на этих. Это вот такие, смотрите. На вот это вот. Чтобы сделать волос длинный. У меня все сложено в одну упаковку. Так, ладно, ну посмотрим, закрывается она или нет. В принципе, она должна закрыться. Да, она закрывается. Отлично, все. Я сейчас посмотрю, если он согласится, мне нужно одеть. Тогда будет, наверное... Я его ни разу не одевала, она мне его пошила, я не просила, она мне сама пошила швея. Ну, конечно, потом пришлось и деньги за это заплатить, но я ее не просила за эту накидку. Ну, как вариант, можно ее одеть красиво. Попробовать, что она висит. Без дела. Так, все. Девочки, мальчики, мужчины, нервная клетка моя немножко успокоилась. В том плане, сейчас я подмету здесь. Нервная клетка моя немножко успокоилась в том плане, что хорошо, хоть я немножко убрала туда туфлей, потому что этот шкаф, он просто, не знаю, ну там немного стоит сейчас обуви, все равно он перекособочен, не выдерживает. А что он может не выдерживать, он пустой весь. У людей стоит на сайте, у людей у всех полно, прям обувь напихана у всех. Ну что, тут уже 3 пары кроссовок, он, я сейчас спрошу, конечно, у карлика, но это капец. Это все, конечно, не камуфло. Странно, потому что у других у людей стоит. Ну, правильно, Марина, у других все стоит, блядь, у тебя постоянно все, никак у людей. У меня здесь под ногами песок, потому что здесь стоял бокс с котами, которые приучались ходить в песочек. И видно туда вот, вот под этот бордик, под самый бордик. То есть не под кроватью, а под самый-самый бордик. Туда иногда вот, видно, попадало песок при уборке. Вот, эти уголочки надо протирать. Ладно, что, детей я оставляю здесь. Дети, держите трусняк. Дети, Роми, Шанель, Ромео, Роми, Ирис, вот трусы. Давайте, играемся трусами. Они новые, без запаха женского удовлетворения. Поэтому играйтесь с трусиками, играйтесь. Детки, это самая лучшая игра. Так, и сейчас подушку я отнесу к Саше. Она сейчас встала, наверное, заснула. Да. Все, буду ждать Антонио. И надо настроиться на творческие идеи. Сейчас я тут замету. А, не, мне надо все равно еще вещи вытащить. Блять, не знаю, девочки. Вот сюда шкаф влазит. Вот сюда шкаф бы влез. Вот он. Расстояние отсюда, вот до сюда. И до верха. Можно шкаф, можно сделать. Можно сделать даже полки открытые. Но у меня велосипед. Ну, как вариант... Как вариант, можно пробовать, но у меня велик. Жалко. Ну, ничего, я потом со временем куплю туда тогда в Икее такой невысокий. Широкий. Мне по-любому он нужен. Мне нужен по-любому, у меня много обуви. И она мне нужна.
На моих танцульках в Инстаграме она мне нужна по-любому. Поэтому как-то так. До завтра.